по полной, на что им позволяет экономика, и готовятся к какому-то любопытному выходу. Массированная сплита, так на точку А, которую открывает Говард Найгард. Следом подключается и Ника Дедфокс. Отвечает, ситуация небезнадежная. Вот это флексот, который спасает положение, спасает равную ситуацию для своей команды. Еще и фраг на развороте. Боже мой, Дедфокс! Квадрокилл, и казалось бы, в какой-то момент, что раунд спасти этот будет невероятно сложно, ведь два открывающих фрага сделала как раз-таки команда FaZe Clan. Ситуация была 5-3.